1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится все более популярной. Этот день памяти всех, кто принимал участие в различных вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины. В День ветеранов боевых действий в поселке совхоза имени Ленина прошло возложение цветов к памятнику павшим воинам. И хотя мемориал установлен в честь участников Великой Отечественной войны, есть здесь и табличка с именем Героя России Юрия Салимханова, воевавшего и погибшего в Чечне в 1996 году. Все ребята, которые рискуют своей собственной жизнью, выполняя свой воинский долг и геройски погибли, я думаю, всех надо увековечивать. И, кажется, наше поколение должно знать наших героев в лицо. Это в первую очередь наша задача, чтобы наши потомки знали, что за герой, за что он отдал свою жизнь, и где он принимал участие, и чем он был награжден. К мемориалу павшим воинам цветы возложили руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков, представитель организации «Боевое братство» Владимир Писаченко, волонтеры движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и депутаты Совета депутатов округа Мария Гаевская и Артем Грузин. Это наша история, прежде всего, которая, я считаю, ни в коем случае не должна быть переписана. И самое важное – это память. Наша задача до младших поколений донести вот то, что происходило, то, как было на самом деле. Как правило, в церемонии возложения цветов принимают участие больше людей, но в нынешнем году принято решение не делать мероприятие массовым ввиду ограничений, связанных с пандемией.